Обожаю таких комментаторов. В Рашке весь маткапитал за него отдать надо, а она сиськи сделала за эти деньги. Поэтому пришлось в Европе покупать плюс всего лишь навсего. Люда, ну, во-первых, вам не надоело считать чужие деньги? Во-вторых, что значит плюс всего лишь навсего? Я хотела купить себе обычный iPhone 3 для пользования. Розового цвета. Мне цвет очень понравился. А сегодня, когда зашла, я посмотрела, что обычный iPhone, он маленький по размеру, и взяла себе плюс, потому что мне привычнее ходить с плюсом. У меня 12 Pro Max, у меня 14 Pro Max. И третий телефон я взяла себе 15 плюс. Хотите, пойдите и купите такой телефон, который вам нравится, за ваши собственно кровные заработанные деньги. Мои считать не надо. Второе, по поводу маткапитала. Он как лежал на счету в России, да, сертификат этот мне предназначенный, так и лежит нетронутый. И в следующем году индексация будет расти, и он с каждым годом будет становиться все больше и больше. Вот тогда я и подумаю, что с ним сделать на территории России. А сиськи также я сделала за свой счет. Не у вас попросила, не взайм ни у кого не взяла, не украла, а сделала все за свой счет. Чего и вам желаю: не следить за чужой жизнью, а заниматься своей и считать свои деньги. Мне нравится розовый телефон, я себе его и купила. А вы, женщина, пишите дальше со своей мыльницей Siemens там 3485, да, или Nokia 8810 кнопочный, и радуйтесь жизни. Всего вам хорошего!